Начальника управления гандлю Могилевского гарвыканкама взяли под варту. У дочинения до яе распачали криминальную справу. Чиновницу обвинувачивают у отрымании хабару. Об этом нашим журналистам рассказал официальный представник следчего комитета Оксана Солянюк. По словам правоохранников, начальник управления гандлю примала хабары от представников разных субъектов господарения за сприяльное вырашение пытанию, которые уваходили у яе компетенцию. Например, от директора одного из приватных предприемств супрацовница гарвыканкаму отрымала хабар за разгляд и згоду на установку модульной конструкции взамен павильона громадского харчевания. Следствие полагает, что действия обвиняемой носят системный характер, в связи с чем просит граждан, обладающие информацией о преступной деятельности обвиняемой, проинформировать правоохранительные органы. Должностному лицу предъявлено обвинение в получении взятки, в отношении нее применена мера пресечения в виде заключения под стражу.